Эй, давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 100 доната. И это у нас... Воу-воу-воу, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты забираешь свой приз. Давайте переведем ему 100 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно, вуаля, поздравляю я тебя. Участвуй в конкурсе еще. Но если ты проиграл, не расстраивайся. Именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 100 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже скоро. И кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Участвуй и побеждай! Виталий Старк не обманет! Хей, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Блин, пожалуйста, прожми большой палец вверх, покажите мне свою активность. Мне уже неприятно, честное слово, видеть, что просмотры хорошие, а лайки вы не ставите. Ребята, проявите сейчас хоть раз активность, покажите максимальную отдачу к ролику. Я для вас стараюсь. Если вы хотите ролики по Black Russia каждый день, покажите максимальную прям активность в этом ролике. Сегодня мы будем следить за воинской частью. Там полная же творится, это вальханалия. Короче, желаю вам приятного просмотра. Кто кушает, приятного аппетита. Поставь лайк, чтобы ролики выходили каждый день. Спасибо за понимание и внимание. Дорогие мои, вы только посмотрите, какое здесь мясо. Это пипец. Вы понимаете, какой здесь теперь огромный строй? Я просто смотрю, и я в шоке. А это все почему? Потому что сделали возможность вступать в организацию даже без заместителя и лидера. Это есть хорошо, но очень есть плохо. Почему? Давайте... Выключите микрофоны. Дайте мне поговорить. Давай. Короче, почему хорошо? Потому что любой человек не будет скучать на сервере. То есть он будет вступать в любую организацию, пытаться развиться и пытаться повыситься. Почему плохо? Теперь очень огромный онлайн в организациях. И сюда вступают люди, которые даже не знают правил РП, поведения, не знают РП процесса. Вступают сюда нон-РПшники. В основном, конечно, большинство людей понимают, что такое РП. Но есть множество людей, и теперь множество жалоб на такие организации государственные, как армия, УВД, ДПС, ну, ГИБДД. Потому что там, допустим, в УМВД и в ГИБДД теперь сажают просто так людей. И люди жалуются, что не хотят просто так находиться во ВСИНе, сидеть в тюрьме. В армии теперь куча народу. Многие жалуются на то, что здесь постоянное ТК. Вы понимаете, на КПП, если огромная толпа идет, что там творится на дороге? Кто подходит сюда, сразу же погибают. И сегодня мы уделим свое время именно 764 капс. Сейчас. Капс 764. Мы уделим сегодня время, так, 764, да, именно армии, организации, в которой дохренище людей. И стоит того, чтобы мы реально уделили время на нее. Потому что такое огромное количество людей — это огромный перебор. Как бы круто, да, это армия, там должно быть много людей. Но само собой много нон-РПшников. И сегодня мы быстренько все решим. Дайте вам кусочек, пожалуйста. Так, мне, наверное, Старк. Сейчас. Ит Виталя. Темплиадер. Наверное, зайдем, выдам себе лидерку армии для того, чтобы полить разговоры воинской части. Потому что, скорее всего, именно там тоже много нарушений из-за огромного количества онлайна. Так, будем сейчас следить за всем происходящим. Второй на третий. Вот здесь я не понимаю, здесь проходит повышение Трофима. Можно я 6 ранг на 7 вчера? Карл, я не поведусь. Все,
Уйди, Карен, и Макей, уйдите. Второй выйти его на третий. Либо в ёбе, либо в ва. Я не понимаю, почему у вас сейчас... У вас сразу автоматически повышаться. Тут можно повышаться автоматически, почему тебя он выдает им ранги. Я не понимаю отойди, этого. Пожалуйста, Карен. Типа, Карен, новичок может сделать как? Он первый ранг, он сейчас скажет, я второй ранг, ему дадут сразу третий, с первого на третий. Ну я не понимаю этого прикола. Здесь вообще жесть творится, просто жесть. Просто жесть, ребят. Просто посмотрите, какая здесь идет флудня. Дайте повышение, 697-й. Капс. Так, 697-й, капслук. Короче, просто жесть, жестянка. Ну сейчас, можно третий ранг, форму можно, пожалуйста, ёперный городовой. Вы понимаете, как тяжело теперь будет следящим. Теперь работа у следящих удвоена раз в 10. Потому что количество людей перешваливает просто за планку. Все флудят, посмотрите, можно мне, можно мне, можно мне, второй на третий, второй на третий. Обалдеть! Обалдеть! Короче... Сейчас просто происходит неразбериха из-за флуда. Вот честное слово. Я бы на их месте сейчас построил всех, заставил бы приседать, пока они не успокоятся. Это не дело. Короче, подполковник уже просто бомбит. Сейчас, если никто ровно прям не станет, я ухожу, никто повышает, следующие эти люди не повышают. Ушли! Обалдеть, я просто. Ко мне. Ну, короче, ребят. И все вопросы станьте, хотя бы все строй нормально. Разборочка. Хотя бы людей нормально. Так, я еще здесь пропустил оскорбление. Сейчас, где-то здесь. Убери тачку. Убери тачку. Кто-то идиот, 130-й. Вас полковника задолбали. 130-й. Вот этот вот. ОСК 530-й. Отлично. Отлично. Ну здесь жесть, просто жесть. Посмотрите. СП-189-й. Ну иди в конец строя, ёперный городовой, если вылетел. Акции запрещены, аксессуары запрещены. Меня бы сюда лидером надень, я бы уладил здесь обстановку. Вот честное слово, вы меня знаете. Я уже готов ворваться сюда, просто разорвать. Просто реально разорвать. Вот еще один капсит флудит. Давайте капс ему дадим. Какой у него ID? 128. Короче, это жесть. Это просто жесть. Смотрите, еще 867-й. Флуд 867-й, бам. Твою налево, одного написал что ли? Да, вот я. Оп. Это жесть, товарищи. Можно военный билет. 593-й. Флуд 593-й. Сейчас мы им здесь устроим. Сейчас тишина будет. Помогаю я им. 928-й. Капс 928-й. Так, пока что нарушений особо я не наблюдаю, но здесь просто я, ну, не знаю даже, как разобраться. Это мне нужно в строй, встаньте, старшина, еще один. Да не понимают они, не понимают, еще и вы флудите. Так, еще один капсет, 742-й. Капс, так, капс. 740. Они еще не поняли, что я за ними наблюдаю? Скорее всего, не поняли. Так как здесь очень много народу, то они просто даже не понимают, что многие нарушают, многие флудят, многие капсят. Ну, до этого нету им времени, вот честное слово. Здесь и так просто старший состав не вывозит от такого напряжения. Я их прекрасно понимаю. Вот посмотрите, что происходит. Что это? Это что вот сейчас было? Что это такое? Так. После с выдом
знаете, что ли? Ну, пожалуйста. 896. Наверное, я сейчас телепортирую к себе... так, сейчас. 36-го. Посмотрим, почему он убил человека без отрегулировки. Здравствуйте еще раз, Борз. Ема! Ага. Здравствуйте. Борс, а теперь расскажите мне, пожалуйста, вы убили без отыгровки сотрудника воинской части, который достал оружие и стрелял в воздух. Для чего? Просто там и так каша мала, там ни одного убили. Там парочку он еще убил. У вас полный бронежилет, это во-первых. Вас он ни разу не попал и не стрельнул. Во-вторых, вы убили одного человека, которого просто нечаянно. А потом еще добили того, который стрелял куда-то в сторону. Это не так ли было, Борс? Ну вот вы понимаете, что вы случайно его убили? Тот человек вас ни разу не... Куда он вас стрельнул? Вы подбежали и начали по нему стрелять. Чего вы меня обманываете? Я за вами всю игру, когда вы туда приехали, начал наблюдать. Прицелился, прицелился. Вы его предупредили, что не надо стрелять? Он стрельнул? В вас? В пятку попал? В воздух стрельнул в вашу сторону или не в вашу сторону? Он в его сторону вообще не стрелял. Ну, потом пересмотрите, Фрапс. Он в вашу сторону стрелял? Я спрашиваю. Там стоит подполковник. Подходите к нему, говорите, этот человек неадекватен. Подполковник разберется. Вы видите, какая там каша мала? Там одни проблемы у них. И вот из-за этой кучи малы вы еще убираете. Так, он не убрал оружие. Далее что вы сделали? Вы его хотели убить. Убили сначала другого человека, правильно? Давай, давай, Борс. Смотрите. Я вообще просто в шоке. Тогда отыгрывайте РП-процесс. Разве в армии так убивают? Или полиция просто так убивает за то, что человек с оружием стоит? Просто так, сотрудник. Может, ему психологическая помощь нужна? Вы какой ранг, Борс? Сейчас сам посмотрю, какой ранг. А тогда что фигнёй страдаете, второй ранг? Приехал и выпендривается там. Подошел к подполковнику и рассказываешь ему, что там человек неадекватен. Пускай сам увольняет его, а не убивать при всем строе. Ты видишь, какая там куча людей? Огромная куча людей. Которые потом начнут тыкашить и стреляться там непонятно в кого. Как и вы убили человека. Двоих причем. За двоих. Еще бы одного убили, я бы за массовый ДМ отлетели у меня. Может, вы вам выдавать выговор? Варн хотите получить за нон-РП копа? Случайно. На первый раз прощаю, второй раз прям варн дам сразу за неотрегулировку. Просто так убивает. Они думают, что это офицер. Они, можно с вами уехать в МВД, пожалуйста. Это ефрейтор, второй ранг. Этот задолбал флудить Билал Старк. Смотрите, флудит, флудит. Он там еще профлудил. Еще, давай. Флуд 188, получай. Он шестой ранг. Это писец какой-то. Это пипец. Это пипец. Они... Это жесть. Короче, за ним надо наблюдать. Чё, донат? Тимофей, не понял. Сейчас будем наблюдать. МГ 244, улетаешь.
Ребята, вы поняли. Тебя уволят с военки. Что за угрозы здесь поперли? Кто здесь нарушает? Через форум. Жесть! У меня просто голова кипит. Я сегодня буду, надо отыграть 10 часов, короче. И, типа, сделать какую-нибудь работу ящик, 5, наверное, отвестись. Короче, еще тут вот, давайте посмотрим чат. Вот видите, встаньте в строй, Лера, флудит. 599, флуд, 599. Я, конечно, понимаю, что она хочет, чтобы все встали в строй, но флуд это тоже запрещено. Потому что и так там все флудят, еще в рацию она флудит. Жесть! Кстати, а это тот самый Дима Шаплин, который, помните, мы его за то, что он стрелял в игроков, с ним разговаривали. А сейчас смотрю, он опять стоит с дробашом, но он занял пост в ЧКПП. Хорошо. Человек пришел сюда, ему говорят, покажи паспорт. За что? Он еще не пришел. Ну, как бы здесь, понятно, напряжена ситуация. Но убивать-то не надо, он просто стоит безоружный. Посмотрите, там вообще миллион машин. Здесь миллиард машин. Твою налево. Твою налево. Пришел Литвин Кингстон. Вот Литвин Кингстон. Вот, 209-й. Вот мне он прям напрягает. 209-й, видели? Прям человек побежал, он в спину начинает ему стрелять. Красавчик! Последим за тобой, дружище! Сейчас ты у меня в лобешник будешь получать, на. Что здесь происходит? Что это такое? Что здесь творится, ребят? Это что? Кому он стреляет сейчас? Там ОПГшники, что ли, приехали? Просто так, что ли, стреляет? Это жесть! Это жесть! Просто жесть! Чири! Блин, склад открой! Я вообще не понимаю прикола. Вообще! А что за голосовой, скажи? У меня тоже мут. Там уже солдаты заняли боевые позиции. Я так понимаю, скоро будет перестрелочка. Нам всем! А, УПГшники, что ли, сейчас приедут? Смотри. Оп! Зачем он просто так валит? Зачем он просто так стрельнул? Кажись, Литвин это нон-РПшник будет. А здесь уже, кажись, повалили всех. Или они куда-то убежали, спрятались, ОПГшники. Но Литвин настроен на победу, это 100%. Кто там, идиот? 815-е оскорбление. Глад, срочно, сюда проверим. Что здесь творится просто? Это админ? Админс. Да, это админ. Это админ. А вот это? Админс, сейчас чекну. А что они здесь делают? Дима, а что вы здесь бегаете, РП-процесс мешаете? Админ, а вас немного здесь? Что вы здесь втроем делаете? Еще... Ладно, трогать не буду. Вон, меня, к сожалению, вы были ранены. Ждать помощи. И чё, я сейчас твою налево, я чё, сейчас буду ждать помощи? В скине админа там валяюсь, или, наверное, дедушка лежит, сейчас надо мной все угорают. Круто! Спасибо. Спасибо за адреналин. Где админы? Где они? Мне прям бесило, троём здесь стоят, мешают, на. Все, улетаем отсюда. Чё они там троём делали? 875-й. 875-й. Дима, что вы там троем делали? Скажите мне, пожалуйста. Что вы там троем делали? Их и так там толпа целая. Еще вы с ГМом там стоите. Б тоже витамин. Где Луис? Короче, человеку сказали, иди за мной. А он побежал за военным, а этот начинает просто здесь со всех снайперок. Ха! Сюда, туда, сюда. Убил. Убил двоих. Ранил. Он лежат. И начинает их убивать, добивать. Зачем? Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне.
Здравствуйте, Литвин! Ну, рассказывайте. Рассказывайте мне, что вы наделали. Алло, дяденька, я вас долго буду ждать? Литвин, вы меня слышите? Еще раз спрашиваю. Вы что молчите? В голосовой отвечайте тогда. Я спрашиваю, что вы наделали? Задэмил. Вы целый день, я за вами наблюдаю, и вы себя ведете неадекватно по отношению к другим людям. То в машины стреляете, то в людей стреляете, которые убегают. То сейчас двух людей забрал человек, говорит, пошлите за мной. Вы выбежали и начали их убивать. Вам может быть бан за массовый ДМ дать? Тогда будьте адекватнее. Вы меня услышали, Литвин? Сейчас вы видите, что в армии происходит? Миллион человек. Сейчас все неадекватствуют. Будьте поадекватнее. Я с каждым не смогу проследить. Но вы попали в поле зрения. Надеюсь, больше такого не будет. Я прав? Жесть просто. Нон-РП отыгровка. Просто вот подошел, убил человека, не спросил, кто там, что там. Представляете, в армии, да, человек просто не переоделся, он взял спину и убил. Ну, в реальной жизни. Че, ненормальный, что ли? Ёперный городовой. Ну. Военный его бьет, бьет, бьет. Сейчас он игрок его пишет, не бей ПЖ, не бей ПЖ. А этот продолжает бить, нон-РПшить. Окей. Здравствуйте, Матвей. Прям писец, просто. Я тебе... Вопрос! Я с вами поздоровался, Матвей. Смотрите, Фрапс включает. Это нормально. Сейчас Фрапс подрубит и зайдет. Бывает. Может, его крашнуло. От страха. Простите, пожалуйста. Бил человека, наносил урон, получай. Игрок не найден в базе... А, Марвей написал. А он Матвей. Бил человек, сиди теперь. Вышел из игры, сиди. Надеюсь, он не зашел или зашел? Нет, еще не зашел. Ну, когда зайдет, обрадуется. Наносил урон, наносил. Человек просил, не бей ПЖ только. Он хотел достать паспорт показать. А этот, бам, ок. Написал ок и начал его бить. Но это нормально. Это нормальное отношение. Сейчас они у меня все пушистыми станут. Что за нон-РПшенство настало на сервере? Здравствуйте, Саид! Я понимаю, что вы неадекватный игрок на проекте Black Russia, но зачем так яростно это проявлять? Саид, расскажите мне, пожалуйста, почему вы оскорбляете администрацию, неадекватное поведение по отношению к игрокам? У вас совести вообще нету? А я говорю про себя. Вы ходите, оскорбляете там. Где я упомянул себя? В каком месте я упомянул себя, Саид? Вы пытаетесь глупостью меня заговорить, что ли? Не получится, Саид. И ваших аргументов не хватит, чтобы переплюнуть меня. Это во-первых. Во-вторых, вы очень неадекватный игрок на проекте Black Russia на сервере Black. Я чувствую, ваша форма сейчас вам не к лицу. Вы сюда вступили для каких целей, Саид? Чтобы обзываться? Я не понял, кого я оскорблял. Хорошо. Вы не только администратора оскорбляли. Вы еще оскорбляли людей. Хорошо, я вам поверю, что вы не знали, что это администратор. Хорошо. Но до этого вы оскорбили еще человека. Вы же пофигист, вам пофигу на все, вы сказали, не так ли? Так вы же пофигист. Если даже вас убивают, оскорбление это не повод.
Я понимаю, бомбит. Меня тоже бомбит. Я вас как-то оскорбляю, Саид? Я с вами на вы разговариваю. Хорошо. Потом вы подбежали к другому человеку. Вы сказали: дебил, паспорт дай. Это нормальное отношение, Саид? Это случайно. Я вообще в шоке. Здесь просто на КПП творится вальханалия. По-другому это не скажешь. Короче, да нафиг вы на другой гос везете, вы че? Зачем флудить? Зачем так флудить, капсом? У меня слов нет. У меня просто нету слов. Здесь за ними надо наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать. Короче, ребят, давайте так. Если на этом ролике мы соберем много лайков, я устал, честное слово, то я выпущу еще одну слежку за армией. Потом будем следить за МВД, ГИБДД. Короче, там тоже проблемы большие. Будем пытаться все расставить по полочкам, но это не дело. Это не дело, потому что особенно вот на КПП это что-то с чем-то вот... Нафига стреляешь? Он давит меня. Ой, это жесть, ребят, это жесть. Так это свой. И то промазал. Все с автоматами целятся здесь. Ё-моё, куча машин. Дайте съехать, пацаны. Заберите КамАЗ. Жесть. Просто жесть. Просто жесть. Короче, я думаю, что нужно за ними наблюдать, потому что это уже перебор. Реально перебор, который нужно исправлять. Давайте так, набираем 1000 лайков, выходит новая серия. На связи был Виталий Старк. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и... 680. Капс, 680. 680. Понятно. Все. До новых встреч. Пока, это вынос мозга. Видео просмотрено. Подписка плюс.